Иск певицы Земфиры Рамазановой, которая просила исключить ее из реестра иностранных агентов, был отклонен Замоскворецким судом Москвы, передает РИА Новости. Судья заявила, что исковые требования остаются без удовлетворения. По словам адвоката Земфиры Александра Передрука, статус иноагента носит дискриминационный характер и нарушает право клиентки на свободу выражения мнения. Он подчеркнул, что певица никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием.